Добрый вечер, большая страна! Здравствуйте, дамы и господа! Добро пожаловать в столицу Чеченской Республики, в город Грозный, на местный стадион имени Султана Белимханова, где все готово к началу матча 10-го тура МЛБет Первой Лиги, в котором Владикавказская Алания примет КамАЗ из Набережных Челнов. Команды, которые пока не очень здорово начали сезон. И начинаем, леди и джентльмены. КамАЗ сразу забрасывает мяч туда, на чужую половину поля. Пытается зацепиться и провести свою атаку, молниеносную просто с центра поля. И здесь удается добраться до чужой штрафной и сразу забить. 12 секунд они сыграли. Давид Караев, он не отмечает гол в ворота бывшей команды, но правило бывших сработало. 12 секунд, 1-0. 100-метровку не все так бегают, как они провели эту атаку. Алания как будто забыла выйти из раздевалки, этот матч начать. Давид Караев забивает бывшей команде. 1-0. Это Иван Козлов с мячом. Они в центре по традиции с Павлом Гореловым. И хорошая какая передача. И опаснейший момент от КамАЗа. Здесь чуть назад надо катить, Солдатенко. Вот кому точно в этом сезоне нет вопросов, так это к Ростиславу Солдатенко. А момент, конечно, убойный сейчас был. На ее фоне даже КамАЗ выглядит гораздо активнее. КамАЗ, который не всегда был командой остро атакующей. Какоев момент. И первый удар в этом матче в исполнении Алании. Давид Какоев. Почему бы не пробить? Здорово, здорово Какоев за мяч зацепился. Здесь Эрик Губиев на помощь. Приходит Губиев. Но вот первый более-менее острый момент в этом матче от футболистов Владикавказской Алании. Со своими обязанностями справляются. Ой, Иван Козлов. Какая красота. Но только дальше потеря. И понесся Чемези. А здесь Тананеев держит его. Чемези все равно пробил. И удар от ворот. Спорит здесь Чемези с судьей. Здесь мы опять-таки... Ох ты, отбор какой. И момент на 2-0. И это 2-0. Александр Дерюгин. Алания снова привозит сама себе гол. У КамАЗа какое-то фантастическое умение забивать в самом начале и в самом конце. Ребята живут по принципу, что самое интересное бывает в начале и в конце. Вот так сегодня КамАЗ играет. Лексо Татаев здесь, добрый вечер. Когда не надо суетиться. Когда надо просто сделать свое дело. Стараду пошел здесь финтами в штрафное. Горелов, передача под удар. Это момент на 3-0. У Козлова не получается здесь точно пробить. Футболист, наверное, самый так опытный, мастеровитый в этом составе Алании. Хороший момент. Гаглоева не самый опасный. Для Анисимова работа была достаточно легкая. Эрик Губиев подключился с левого фланга. Губиев, подача или даже удар это был. Анисимов справляется. Все-таки Гаглоев. Все-таки Гаглоев и все-таки Анисимов. На ближнюю подача. Ух ты, здесь до Абдокова даже мяч. Ой, прошу прощения, до Абдокова. До Татаева дошел. И вот сейчас возможность для быстрой атаки у Алании появляется. Гаглоев. Пора бы бить, Тарас Гаглоев. Удар наносит Артур Анисимов. И это пока сейв матча от голкипера команды из Набережных Челнов. Уже все добавленное время переиграли. Пока тут оказывали помощь Козлову. КамАЗ уже даже особо не настаивает. Звучит финальный свисток. 2-0. Яркая и очень убедительная победа футбольного клуба КамАЗ, который благодаря голу Давида Караева на 13-й секунде и голу Александра Дерюгина в самом конце первого тайма одерживает очень важную победу. Коллегам большое спасибо за работу. Шамиль Гаджиев для вас этот матч комментировал. Обязательно услышимся на играх МЛБет Первой Лиги. Спасибо, пока.